В результате проведенных соревнований в открытом чемпионате Куйбышевского района по конному спорту с преодолением препятствий до высотой до 100 сантиметров за занятое третье место награждается Магда Анастасия. Спасибо. За занятое второе место награждается Трощак Анастасия. И за занятое первое место награждается Дубовик Екатерина. Держи. Спасибо. С высотой препятствий до 120 сантиметров за занятое третье место награждается Дубовик Екатерина. Отходи назад. А, кубочек ты не дал. Давай, давай. За занятое второе место награждается Дубовик Екатерина. Другую щеку, пожалуйста. За кубочек. Спасибо. Вернешь на следующее соревнование. За занятое первое место награждается Бадалян Тигран. Спасибо. Ну, мы надеемся, что мы достойно завершили сезон соревновательный у нас здесь. Вот, ну, еще мы разочек другой на Локомотиве. Ну, и будем праздновать отдых и Новый год. Всех поздравляю. В общем-то, сезон был не худшим, а даже где-то и очень даже неплохим. Вы очень много всего достигаете, и мы очень рады вас видеть всегда в выигрыше.